до панжи с курицей и картошкой. Курицу разделываем на части и маринуем в соевом соусе и крахмале. Затем ставим в холодильник на полчаса. Как курица замаринуется, ставим казан на сильный огонь. Нальем подсолнечное масло. Добавляем ложку сахара и когда станет коричневого цвета, ложим аккуратно курицу. Хорошо перемешиваем и жарим на сильном огне до золотистого цвета. Добавляем лук, следом сельдерей и острый перец. А пока ставим картошку на гарнир вариться. Перемешиваем и убавляем огонь и тушим 20 минут. Потом добавляем остальные перцы и чеснок вместе со всеми приправами. Солим и под крышкой еще минут 15-20 тушим. До панжи готов! Приятного аппетита! Если понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайк, а я буду дальше радовать вас рецептами. Спасибо!